Еще раз всем привет. Я до этого отсняла два видео. Вот в заключение хотела сказать о том, как же я снимаю видео. Слава богу, что у меня есть телефон. Я очень этому рада. Конечно, снимать видео в профессиональной обстановке, конечно, гораздо лучше, удобнее, получается качественнее. Но исходя от того, что вот постоянно шумы сзади, постоянно Вова, Тимур, которые вот настолько, я им говорю, потише, пожалуйста, они вот никак не могут успокоиться, но это дети у нас. Что с ними сделаешь? Ничего не сделаешь. Но благодаря тому, что есть телефон, есть какие-то определенные мысли в голове, есть то, что дети способствуют тому, что вот хочется постоянно что-то нового. Я вот им говорю, успокойтесь. Они нет, не успокаиваются. У них постоянно какие-то игры, вот шебуршение такое. Вот я думаю, мамы, у которых многодетные мамы, они меня это поймут, что в такое веселье у нас постоянное. Опять хотела вернуться к тому, что я очень рада, что есть телефон, что вот так вот техника у нас настолько продвинулась, что можно быстро заснять, затем опубликовать. И можно сказать, я этому вполне рада. Хотя мой старший сын говорит, мама, необходимо все делать профессионально, чтобы была вот какая-то вот студия. Пока готовишься к этой студии, пока там еще что-то, вот в такой вот обстановке, неподготовленной, гораздо получается, мне кажется, интереснее, живее и быстро. Я человек быстрый, да, вот слышите, что даже мои дети, если даже я с кем-то разговаривали, что они вот как-то, может, мне кажется, они ревнуют, чтобы вот я ни с кем не разговаривала и не общалась. Вот такие вот дети веселые. Поэтому я за то, что есть возможность снять, снимайте, рассказывайте что-то интересное. Вот не обязательно готовиться к тому, что нужна вот такая вот дорогостоящая аппаратура, затем какой-то монтаж. Мы все сами рукотворцы своей жизни. Больше вот я даже смеюсь. Это как можно попросила 5 минут посидеть тихо, никак не могу. Поэтому всем пока, занимайтесь видео, снимайте, выкладывайте, благодаря этому мы общаемся с вами. Еще раз всем пока, я скоро уже, то есть время, пока мы ждем Вадима, истекло, мы уезжаем, поедем дальше, пока.